Эти зебры, безусловно, заслужили свои шевроны-полосы за сражение во время перехода реки Мара. Подобная миграция животных происходит каждый год в поисках новых пастбищ. Зебру схватил крокодил, и к нему стали сплываться еще и еще зубатые хищники. Каким-то неимоверным чудом ей удается вырваться и упасть обессиленной на берегу. Гиеновидные собаки преследуют стадо антилоп гну. Травоядные почувствовали опасность. Они пускаются в бегство и решаются спастись, переплыв через водоем. Но там их встречают другие хищники. Преодолев реку с крокодилами, на берегу антилоп встречает другая стая гиеновидных собак. Этот зверь не знает, что такое страх, и приходит во владение самых опасных хищников. Мать крокодилиха не зря охраняет своих детенышей. Медоед, не задумываясь, утащит и съест оставленного без присмотра малыша. Большой стаей гиены способны уничтожить царицу зверей, если вовремя не подоспеет помощь сестер. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Если нам удалось вас хоть немножечко удивить и поднять вам настроение, не пожалейте для нас лайка. Не забывайте подписываться, а мы будем ждать вас на других наших видео. Всем добра и мирного неба!